48-летняя Кристина Арбакайте взяла с собой дочь в модный магазин. 7-летняя Клавдия Земцова заскучала. Девочка нашла чем заняться в ожидании мамы. Малышка решила поработать над своей растяжкой, пока ее звездная мама выбирала себе новые наряды. Внучка Примадонны поделилась серией снимков с поклонниками. Клавдия в красочном платье сделала поперечный шпагат, сидя на полу в бутике. «Пока мама покупает себе красоты, я решила немного растянуться», — написала девочка. Подписчики восхитились ее растяжкой. «Красиво получается. Будешь пластичной, как Кристина, молодец. Ты просто красавица и умничка. Красотуля маленькая, такая классная, позитивчик», — написали фолловеры. У Кристины Арбакайте трое детей. Никите Преснякову 28 лет, он женат. Дэнни 21 год. Парень закончил элитное учебное заведение в Британии. Недавно Алла Пугачева сделала макияж Кристине Арбакайте. Блондинка в платье сетки и бюстгальтере побывала на маскараде.